сегодня впервые в нашем Елабужском институте мы проводим елку силами студентов иностранцев, студентов из Туркменистана. На самом деле сегодня у них должно быть последнее занятие для первокурсников курсов русского языка. И вот решили совместить приятное и полезное, и мы послушаем, как они научились говорить на русском языке, и в то же время мы встретим Новый год. Я надеюсь, что это будет красиво, надеюсь, что это будет вкусно, потому что, судя по тому, какие столы, это замечательно. Ну и мне хотелось бы, чтобы это была традиция, потому что это по-доброму, это красиво. А началось мероприятие с поздравительного слова заместителя директора по научной работе Елабужского института КФУ Анатолия Ильича Разживина. Мы желаем, чтобы в эти новогодние дни вы загадали самые заветные желания, и чтобы в новом 2016 году эти желания у вас обязательно исполнились. На праздник были приглашены деканы факультетов, преподаватели и студенты вуза. Все в этот вечер было ярко и эмоционально. Национальные песни, игры и обязательно обильное сытное угощение праздничного стола. Манты, плов и шлюкли. Сегодня отмечали Новый год. Это было очень хорошее. Вот. Мы готовили наши блюда. Они манты, тандерлама, шлекли. Мы попробовали еще узбекский плов сегодня. Это очень было вкусно. Хотя о предстоящей сессии никто не забывает. После хороводов студенты вернулись к домашним заданиям и подготовке к зачетам. Юлия Сафронова, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ, специально для Универньюз.